Блять, самогон, нахуй так делаешь? На него напал. Это ты спулил, блять, хуяси, нахуй так делаешь, блять. Дайте, Гера, Гера, дайте. Вот он стоит. Так ты охуевший, блять, дай ему. Все, заткни, самогон. Мы в 3 хилайся, что хилим, так что вложить не стоит, пожалуйста. Лужа, пожалуйста, отойдите, милий. Шип, внимание. Заливайте шип. Лево, пожалуйста, шип подвейте. Вихрь костей. ДК. Стойте пока что. Все, отходите. Дай гимн на хп войт, гимн на хп войт, гимн на хп войт, гимн на хп войт, гимн на хп войт. Заливайте шипы мили. Ты 10 раз сказал, на меня шип кинулся, как начал кастовать. Бля, разбейте шип. Антихам, дай гимн на хп, антихам, дай гимн на хп, антихам, дай гимн на хп, антихам, дай гимн на хп. Стоп, пытку разума, дай гимн на хп. О, долбил. Следующий вой давай. Вой, дай гимн на хп. Дай гимн на хп. Так я начал кастовать, говорю же, кинулся шип на меня. Нет, не, я понял. Джесс, поднимай столба. Столба. Или столб, встань сам. Сам встань сам. Столб, встань сам, пожалуйста. Я встал и сдох. Блять. Джесс, подними. Хоть походу 4-го хила. Из-под морды уйдите, пожалуйста. Танчите его, шеф, ем. Особенно. Поднять может? Пайпер, на скул. Олфорд, поднимай сразу. Бля, вы так охуительно так хилите, добьем. Прям пиздец. Поставь на себя лут. Я знаю, сейчас поставлю. На шамане щит. Всё, добивайте босса. Кстати, самогон, ты не я спулил, не пизди. Блять, я видел, как ты ДК побежал, ты гонишь? Все, не я бежал. Ой, это я тебе дам добычу, потому что у меня же нет этого, как его, рейд-лидера. Я не могу начислять ИП и ДП. Давайте поднимать всех. А, и ой, еще, Войт, спекнешься, потом хила. На леди? Ну, конечно. Потом спекнешься назад, ШП. Два кольца рульте вот этих. Два одинаковых кольца рулим. Еще кому-то надо? Спасибо, Богдан, сладкий. Поднимайте павши хилы. Бля, охуенное кольцо. Залейте столбу ману. И второму шаману тоже можете ману залить. Дай ему спекайся. Ой, Деймос, Дарнион, спекайся в своего БДК. Он умеет танчить, может не я зайду потанчу? Кольцо на холипало ролить. Да, я думаю, затанчит. На хила кольцо. Я могу как ОТ быть, у меня ДД 3 не... 10% ну, 10. Бесплатно ролить. Так, чек для хилов и для танков. Все, танки спускайтесь вниз, на попало, на фул давайте. Сразу только не бейте и Старфолс его не юзайте. Колка не было? Нет. Так, куда у нас лог делся в четвертой пати? Я понял, хорошо. Вторую пачку ловите. У кого-то руки зачесали, смотрите. Ловите танки, не бейте только сейчас. Стойте, не надо эту кастовать. Усушение. И защиту от темной магии тоже потом снимайте. А чё, трэш починили? Чё он так не бьётся?
почему узнаю? Эти бафы, повару, кулак, каску, крест, 300 баф, лапу. Маки, дайте столик, пожалуйста. Я тут. Кто бафает кулаки, дайте кулак повару. Критерии бафает кулаки, можешь ей писать. Дух бафните, хп. Антихам, бафнем по-братски, пристал баф. Антихайп. Антихайп. Так, второго давайте. Слава КПСС. Героям слава. Грустные танцы. Станцуй мне, что ли. Пацанский флекс. Давайте отпивайте ману, Филиппес, будешь стоять в мини-зоне, кидать антифер, антихаммер для зоны, будешь стоять и кидать антифер. Все. Паладина капли сливайте. Мэй, давай речь, пока у меня рак фулова. Умоляю. Ну давай. Заебал. Пацан, чё, рыбу не поставили, что ли? Ай, вы, блин, и так её как бы подыхаете. Надо уже шкафу. Слева, слева, подыка, Дарион, слева. Дарион. Дарин, ты слева станчишь вместе со вторым ДДК. Мне кажется, он не застанчит. Бейте трошак, трошак заливайте. Паладины, тоже, пожалуйста, трошак заливайте. Рейтери, оттуда вышел, там делать. Сейчас контроль будет готов через 2 секунды. Заливайте там трошак слева. Потом кинь. Трешак заливайте. Пойдет по маху трешак. Потом мне с вами контроль передать, одна секунда. Дайте контроль, молодцы. Эти босс. Успеем, нет? Делаем ставки. Думаю, да. Хуй знает, успеем. Успеем. Эти. Это демо, слови босса. Блять. Заливайте тершак. Тершак сейчас заливайте, всем абсолютно на дух, чтобы не говорить. Вызывайте, вызывайте бомжей. Да, вызывайте, если что, если залить. Рост, давайте, рост. КДР. Вливайте крышак. Потом вас у духов не ловите. Духов не ловите, своим контроль кидаем. Охуенно отхилите. Дайте гим на хп кто-нибудь. Хотя уже не надо захилить, молодцы. Пусть спэр раздадут. Ла-ла, на пул, на пул. Пул на БДК. Следующего на пул давайте. Она подними сторожило. Захил. Блин, ну захил, бля. Блять. Самогон, ты можешь помолчать? Ты хочешь пойрелить, я тебе могу спокойно, кстати, рело дать, и я буду сидеть на машине. Не, я чё, долбоёб, я же не умею рельс. Гимн на хп дайте. Дайте еще гимн на ману. Ой, дай гимн на ману. Отдал в конце. Ударил он на пульте. Ударил он, ударил он. Чем вы меня напуливаете? Вики, блять. На меня напуливают, я не знаю. Тупые, блять. Кто он? На кого вот напуливает? Деймос напуливает постоянно. Бля, Хан, ты можешь напуливать на Дерниона? Деймос заливал. Кого, блять, меня напуливают? Шар, заливайте. И с вами контроль, пожалуйста, кидайте.
Оберни на КД, присоедините, пожалуйста. Меня Лолан бэрил. Дайте еще один на и у Джеста. Еще гимн на мазу дайте. Сейчас уберу агро. Петрепорт, бабл. Прожала. Все. Сыграйте в трэш. Шатнам, ты чё Эрин перестал? Бежали от дух. В мили-зоне нормальный дух взорвайте. ГЦ Богдан. Дарион, ты там набираешь игру или чё? Слева трэш играйте, протопал собирает трэш. Дайте по джаспанку контроль. Сбивайте каст. Играйте в трэш. Богдан, красава. Богдан, ты долбоёб, блядь? Да в смысле? Да ты уже второго духа хлопаешь, нахуй. И из-за тебя вот умер Ретрия и ещё там какой-то чел. Отбил трэш. Киривайте БДК. Справа трэш вышел. Заливайте трэш. Кота законтрольте, кота законтрольте. Вот, отлично. Столб можешь встать? Ну все, падайте, короче, пиздец. Какая-то хиня идут. Чё Шадан замолчал? Он вылетел, что ли? Не знаю. Есть он в РК-то? Не, есть в РК он. Хуй его знает, чё он начал. Да все, не хилите. Вы можете упасть? Вы, блядь, думаете, что в 4 человека убьете, что ли? Да. На пулю тебе на Дарьона, почему на мне агро постоянно? Бля, почему я БДК могу без на пулу агро набрать? Блин, гоните. Я вообще ничего не видел, а так просто кнопки жал. Короче, все, это расход, блядь, шанан нет, нахуй. Да не гони, чё мы, пойдем что ли, целка. Блин, меня сейчас слышно? Да. Да, я думаю, что за нафиг, чё? Все, отлично. А я сижу сам с собой болтаю, думаю, блин. Пока ты не сказал, что, типа, все с шанан нет, я уже только понял, что меня не слышно было. А когда мне, кстати, не было слышно? Во время трая? Весь трай я и ролил заебал, нахуй. Я думаю, хуй ты пиздец, я говорю, закрой ебало, ты сидишь все равно пиздец, думаю, че за нахер. Говорю, уже войду, дай ему, блин. Я понял, ладно. Было сказать, что Шанан тебя не слышит. Мы говорили. И да, говорили. Значит, я не услышал. Я еще кричал, ты петух ебаный, ты такой молчок. Вот, знаете, вот извините, конечно, блять. Я все понимаю, блядь. Но кто-то из модераторов, Деймос там или Нориксис, дайте, пожалуйста, самогону мут. Пускай он закроет рот, либо дайте ему. Ну я ливнулся, Рейм тогда. Ливай, ты здесь не нужен, блядь. Ты здесь тоже не нужен, беспонтовый. Закрой рот свой.
Афы дайте, 300 баф дайте, 5 дайте, дайте все, пожалуйста. Ай, не забывайте свои капли сливать, паладины. Старфолы сливать, совы. И, кстати, еще чуть не забыл, бля, сейчас дайте ПДК этого гляну. А, он кровавую метку не вкачал, тогда ладно. И отдаляйте, пожалуйста, свою камеру. Вы можете рассосаться, блядь, тут по всей площадке. Чё, все готовы, поехали. Это самогон бей, пожалуйста, справа трешак. Потому что там миликов нет. Я там и бил, потому что он там не заливался. Да, молодец. Заливаем. Трешак. Кто там у нас стоит? А кто голый, ретри, бля, если я его снова там увижу, я вам дам ГП, но без обид. Вы, я уже второй раз там смотрю, как вы бьете этого босса. Дарион, забирай с лестницы и самого левого, я два правых забираю. Время контроль кидайте, пожалуйста. Ну. О, ты будешь раскол стакать? Бейте, трешок. Кособокого бейте, катите его ДК. Олфорд, подними, пожалуйста, кислёнка. Твоим контроль кидайте, пожалуйста. Стопните дамаг, милики, уйдите. Трешак заливайте. Это последний. С вами готовимся контроль кидать 5 секунд. Готовьте эфиры свои ШП. Слева еще следите, пожалуйста. Дайте контроль, пожалуйста, особенно мне. О, молодец, ШП. Да ему задайте пока на пол. Следующий на пол дадите Дерниона. Дернион, прожми, пожалуйста, на себя истерию. Заливайте слева, дух от не ловите. Ребята, вы чё? Просто. Это на ХП. Ерда, давайте. Бейте босса, духи. Духов не ловим. Ты не в сил. Заебал, так, 5 контроль дайте, пожалуйста. Фир давайте. Вар тоже фир давайте. Все давайте. Эй, Рогай, меня не убей, пожалуйста. Ну дайте мне фир хоть что-нибудь, бля, я сейчас всех положу. Войт, спой, пожалуйста. Ой, Филиппе, спой, пожалуйста, гимноману. Кот, залей ману столбу. Залей ману, пожалуйста, глубоко. Шаманы в панике, дайте ману, пожалуйста. Сейчас начнут плудить. КД. Лава. Дрейд, хил, подними, пожалуйста, ховара. Трешак залил. А, блядь, трешак там этот моб стоит. Спасибо, что меня убили. По контроль будете кидать? Особенно роги. Трешак заливайте слева, духов не ловите, пожалуйста. Духов не ловите. Бля, шаман. Бейте еще одному, все, бейте босса. 5 лямов, давайте добивайте уже его. Духов только не ловите, с моим контролем кидаем, фир дайте, что-нибудь дайте. Да, надо убивать Деста, правильно делать. 9 кусков, почти добили, молодцы. Добивайте босса.
босса добивайте. Да, как так может быть оба духа на мне? Ко мне два бегут. Ну ты им нравишься, может быть. Я не знаю, кто у них связь. Хотя два духа не могут, ну, по теории не могут, ну, не могут на тебя бежать, только один. Может, кто-то рядом с тобой бежал, и ты думаешь, что он на тебя бежит. О, ты за мной бежал. Ну, бывает, да. Один догнал. Ретриан. Поднимайте Паши. Войт, потом спекничать, ШП. Кольчуга надо кому-то это? Дернион, все, молодец, спекнулся. Дернион, ты, если ОТ, ты одевай ДД Трини на леди. Проще агрон набирать. Раз, раз, слышно, слышно, 1, 2, 3. Да. Это, боже, кто там шумит? Это, на сурке потом как добьем, скажите, какой там ДПС был вообще. Чтобы знать, на профе будем ли переводить или будем стопать. Кто это ОРК без участника сидит? Это Форти, что ли, блять? Я пока не могу прочитать это заклинание. Там мутант. Да, мутант, блядь. А ему разве мут не дали, там вроде шали после того, как меня кикнули? Шоу я разве забанил. Лох, блядь. Бой, ты будешь сейчас резко потом сверлить после стока? Да, хорошо, я тогда залар зайду, буду музыку слушать. Подожди, что ты сейчас сказал? Бой, ну, залар зайду, я, если он будет рейлить, то я могу залар зайти. Ну, чтобы, блин, не заходить там, допустим, за того же друида, чтобы не кричали БР кидайте. Подожди, Войд будет рейлить резко? Давайте пойдем, серьезно? Ну, написано, что Войд. Пиздец. Ладно, старайся то рейлить. Кто кому ману заливает, все. Ну да, действительно. А еще кто диспадит, точно. Покричал, дал ГП. Все, больше ничего не надо. Серел так делает. Да дело не в том, что кому говорить. Дело в том, чтобы вы заходили на персонажей, которые могут что-то проносить. В пушку садитесь, кто хочет. Молодец, не успеет мой фиксинг. Блять, эти раньше. Все. Чек на готовность. Все, все, все готово, я запускаю. Здесь на полную карту пало, давайте. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем! Блин, ладно, плохо одет. Нет, блин, боюсь, что в 3 хила на трофей не захилим. Вы чё, этого мутанта кикнули? Чё тебе этот мутант? Чё тебе от него надо? Ай, просто спрашиваю, скучно. На кораблях можем попиздить. Чё мне тут рассказывать? Маг и Трыги, вы это сами знаете. Ты рассказывай, чё. Да чё рассказать, я не знаю. Да я просто про мутанта не понимаю, чё он вам, мёдом намазан или чё? Не, я сиропом. Спермой. Каких сиропом? А хера знает, какие Филком. Есть сиропы. Да спанк погибает. Малафьёй, малафином. Силковый, я же говорю. Дайте для спанка что-нибудь. Да, дроиды, видите, кто падает, кидайте БР. Вот у нас еще один герой погиб. Заливайте мага.
Угораете или чё? Алло? Еще один. Стол. Вы чё, смеетесь на самом деле? Что за нафиг? Поклонский, ты там держак забираешь? Почему вообще он убил кого? В пушке норм, типа уже 37%, ёбаный рот. Не лутайте сундук. И босса не запускайте. Что произошло? Подскользнулись, упали. Успеем до следующего мага слить? Нет. Нет. Я просто перелетел, у меня тут никого нету. Просто палубу начали драйв, поэтому подскользнулись, да? Да. Эй, Поклонский, забери его, я уже сколько с этим вагоном бегаю. 6%, 6% осталось, пиздец. Неужели нельзя как-то 6% эти были слить? Нет. Я как раз разрядился. Ну я разрядился тоже, но я на 80% только успел. Все, прыгайте назад, куда прыгайте, кто-то добьет. Не, мы как-то раз 25 обычки из одного мага типа переводили. Ну, по-моему, хп, да, у корабля меньше или как? Ну да, там 1200, по-моему. Это оставайте там, там. А я люблю, чтоб воняло пиздой, чтоб вот прям пиздища такая лохматая. Да я тебе угадаю, это мутант. Валера, Нориксис, дай мутант, пожалуйста. Просто не запускайте, сундук не лутайте. Мы же не все тут такие, ну, с прибабахом, как самогоны, злые там всякие. А есть тут люди, которые нормально хотят общаться. Кто ты? Самогон ты нахуя лотнул? Ну, ай, блядь, сори, я долбоёб. Ну, я надеюсь, тут никому ничего не надо было. Да там хуйня упала, вообще не нужно. Ну, раздавай. Да я что-то на автомате побежал, извините. Да ты мозг свой включи уже, надоел. Я не с тобой разговариваю. А, это ещё поставьте, пожалуйста, поесть, там люди падали. Родите. Бафы тоже давайте, я запускаю босса. Уже все тут. Нет, кисюлька, дам-ка давай сюда. О, все. Там бафы раздавайте. Полторы минуты у вас есть. Сколько по вам дайте? А кого это там ШП? ШП, молодец. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Дайте на шамана в каску. Так, лапу пристабав. Бафайте, бафайте. В общем, я здесь буду молчать. Если упадем здесь, ну, будем начислять призы людям, тех, кто не билет рыс. Все. Охуя, я сейчас стал с пола добить. Все. Лапу. Молодцы. Ебаные текстуры, блядь. Реловимся называется. Слышали же, да? Если вайпнемся, будем начать ГП. Бля, давай речь вставай только, чтобы ДПС нормально был. Хочу посмотреть, сколько я этим говном дам ДПС сейчас. А при сумо не сможете, меня в степи выкинуло нахер. Дайте да, шкаф, быстро шкаф. Полминуты есть, давайте шкаф, 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 дайте шкаф. Лок, дай шкаф. Кто-нибудь дайте шкаф. Сумо не Филипца, таргет его быстро возьмите. Тыкните. Тыкните. Ты что, на таблетках? Ты на таблетках, что ли? Нет, да, дайте на скорбинках, блядь. Каску дайте ему, каску короче, дайте. Каску дайте, ШП, каску ШП дайте и залейте ему ман. Все. Ты пытаешься... Каску дайте, ШП. Ты пытаешься возбудить рейд, что ли? Ну, скоростным проговариванием. АСМР. Это там просто дрочит. Просто. О, крита прокнула, обожаю, воля. Ненавижу.
Давай, Деймос. Бери, бери. Я забрал. Деймос. Да дал я, блядь, тебе. По-моему, не мне нихуя. А, не, висит. Нет, тебе, да. У меня что-то багается, короче, не знаю, не показывает. У нас АДК гор не дало, если чё. Света, офигенно. Киллы просто офигенно, люди. Ой, забери, забери. Тибос. Лава, подними ее. Я вот чудовище убило. Ё-моё. Я таун. Нет, хитти, киллы. Только метка не бейте босс. Ой, мобов. Да бейте босс, я вурдлак. Бёрать. Сука, почти двадцатка, блядь. Долгий бой был. Ну, понятное дело, да что... Да Богдан, блядь, иди нахуй! Воля упал. Нет. Какой там был общий ДПС? Отлично, будем, значит, переводить этого графа. Рольте навыч на мейн. Хилы у вас хоть чешка, ну уже, ой, как его, ла-ла-ла, у тебя там чешка есть хоть? Ну ладно, нет, тут нет. Сколько вообще ДПС? 319. Оф, спек навыч. Просто так. Рольте, рольте навык. Портал открыт, заходи. Просто так забираю, вот, давай сюда. Тебе надо на ДК это? Ну, на фроста я хуй. Надо это. Ты дурачок, что ли? Может, друиду отдам? Алло. Давай. Такой хуй, блядь, ты чё обкурился? Надо тебе это. Так. Понятно. Завоеватели ролим. Тащите сюда одного. Собычки надо будет, токены напишите. И тянитесь подальше, чтобы царить тервольку. Все точно ее. Кинешь обмен хвор. Жим потом за второй сейчас держак-то заливайте. Побежали ее искать, где она там летает. В какой стороне она будет, сюда и пойдем. Где-то на совете. Он советы поймает, значит идем на совет. Ну и будет на совете, блять, ебать у тебя логика. Да пофиг. Это почему на ебучем трэше, блять, вот сразу прокает корову всегда, сука, на сурке крита ебаная, как она меня бесит, ну. Верни он, спекайся потом в этого БДК, потанешь трэшак.
Китель печенья с собой купали. Покоритель и покоритель. Просто не забудьте взять, пока что не заходите, наверх не заходи по-клонски. Какой сможете взять? Погнали, бить этот трешак. Добрый день. Оттяните только этого мага. Звезду оттяните. Yes. Бейте большого. На полуханты не забываю на повала кидать. Поднимите, потом выйду. Пешки, пошлите со мной. Я вам кое-что покажу. Ты, блядь, нам можешь показать такого? Ну смотри, Филиппец. Вот. Звезда — это твой дружбан. Будешь кидать ему акулу. Хант, если достанешь, дружочку можешь кинуть. А Войд, ты можешь кинуть тромник. Все. Идите, кастуйте. Я пока еще корень кину. Вы успеете. Эти большого точечно. Точечно. Эти тактика. Сейчас поставлю метку. Зайди не могу, зайди не было. Почему у меня настолько глубокие раны дамажили больше, чем кровожадность? Что за хуйня? Пагаешь пушки. Да добивайте ромбик. Сейчас приду, 3 минуты. Слушай. Не намного, типа 575 тысяч глубокие раны и кровожадность 567. Ну, если это должен себе так. Я не знаю, как багать кровожадность, глубокий ран, то есть. Там багали, там вары по 25 косарей ДПС давали с багами этой хуйни. Так, Войд, звезда, Филиппец, кружочек, Хант, ты, Румбик. Все. Ну и Тихан может тоже кому-нибудь скинуть. Давайте кидайте там, если подойду еще дам. Ну, кастуйте, все, поздно, я бегу. Я убегаю. Бейте большого точечно. Точечно его бейте. Надо массы забивать. Так, вообще глубокие раны по ДПС, на каком месте должны быть? Примерно. Третий. Сразу после. А вот одни глубокие раны. По-моему, четвертый. Вихрь третий. Короче, я хуй, это у меня вот так вот получилось. Не даюсь. Да я ебу, я не знаю, как это вышло, нахуй. У тебя буря ветчина есть? Че? Не, нет. Еда какая-то есть? Не, я рыб жру. Красава. Блять, если я в банке постоянно в личку выпрашиваю, нахуй, какая буря ветчина, вы ебанутый? Да не, если воли накрыт, прокает первое, это пиздец, это просто хочется нахуй Alt+F4 прожать. Нажимаю терять. Да ну нахуй, крит.
Не знаю, даже вот если на хосту прокнет, это пизже, чем на крит. Ну, ДПС у тебя бурст больше. Да не, крит реально. Дайте таймусу, Боб. Боб, ему дайте БДК на одном, протопал на двух, перс на пулевое, что грамма напала. За спанк тоже шипешки сидят на кинетике. Кому что не хватает, пишите. Лап. Лапа дайте. Лапу, лапу дайте. Еще один чек. Кстати, заметили, голуб... что слева этот пидор? Голубика, ты здесь? Голубика. А, ты пьешь? Да, пей. Слева пидор. Ту-ду-ду-ду. Думали, что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины. Запустили уже. Босса. Давайте, там, идите на позицию. Какая БДК тогда? Напуливайте на БДК. Стерею БДК на селочки. Да не стоит. Чего боитесь? Я так фаберу наберу. Ну ладно. Вихрь костей. Ой, тьфу, блин, могучий вихрь. Захиливаю. Трей, не упади, не двигайся, не двигайся, не двигайся. Захидите, все. Ты будешь толдером, пожалуйста. В любом будет толдером, я чувствую. Вот, я же сказал, ты я даю. Пружинка. Я вижу. Я тебя кинул. Я вижу. Я что-то сам забыл уже, блядь. Так, на мне пламя. Или кишем снимаем, потом бьем килисет. Обейте, он прожмется, не упадет в лоб, протопал. Тебе похуй, бейте. Где он есть-то, блядь? В самом конце. Я говорю, бейте, он нормальный чувак. Протанчит. Нахуй, рассекай. Если они сейчас, он упадет, мы тебе ГП дадим. Давай, бейте. Давай. Хорошо, бьем. Поклонский специально упадет. Да не, думаю, нормально. Да он хоть спиной станет, и толк. Он уже там кастует. Магии бьет, по факту. Да не он спекнешься потом в этого... в танк. Кинетика падает далеко не устаю. Прольется кровь. Молодцы. 24к ДПС, на сурке бы такой ДПС. Обаятель упал. Рассекающим, да? Да. Тупо накрутил, называется. Рольте на мейн. А просто так. Опять смотрите, глубокие раны на третьем месте. Ты зови это. Танки, идите танчите. Ну это понятно, то, что я сейчас в принципе рассекайка бил, они раны на обоих повешались. Кстати, в курсе то, что у нас так демона нет до сих пор, и на сурке тоже не было. Да, я это сам ставлю, я его не играю. Демона баф починили уже? Конечно. Да. Блять, кто сайрил? Флок. Бейте сейчас большого, точечно, точечно его бейте, очень точечно. Не надо никого Е. Но сейчас раны на третьем месте это нормально. Потому что весь бой по двум целям, если бить рассекающим. Ну, да, ага. Это понятно, то, что типа, ну, раны туда и сюда вешается. А вот почему у меня на сурке так прокнуло? Потом звезду бейте, возьмите вторгит, бейте тоже точечно, очень точечно. Поклонского килите. Раны паладина не забывайте, даже точечные.
Это тоже, пожалуйста, снимайте с них РЗ. Потом кружочек бейте точечно. Диспел. Все, заливайте их всех. Спекнис тут тоже хило, мне кажется, у нас тут рейс слабоватый, он не захилит. Да и сколько там народ на ботинках залетело? За какими ботинками? За этими тапками для меня? Да ой, нет, тапками. Блин, чё ты тупишь, на инженерских. Домой. Зло есть? Что такое, блядь? Он что, его скрафтил? Личный кузнец короля лича. Самое пиздатое то, что у него шейм и грань тьмы в другой руке. И в шейме камень 12 к рейтингу пробивания брони, бля. У кого такого? Ну четко, ты 1400 не хватало. Ну че ты? Больше был бы перекрап, 12 как раз помещалось. Чё, нормально? Я тоже думаю, нормально. Да нет, но мне кажется, лучше не, ну, иметь в недокапе там где-нибудь, не знаю. Не знаю, короче, мне похуй. Вот, не забудь спекнуться хила. Потом можешь снова спекаться с своего ШП. А не, хотя не, потом пойдем на Вальку, может потом с 20 хиля. Ходи там, ЧКД, воля, ребят. Давай, давай, гоу. Подожди, стой. Никакого гоу. Не слушайте самогонно. Дайте ей сначала Войдемона отпить. Это молчание. Войд пьет мама. Блин, мне рага была. Была, сейчас еще будет. Я бы сказал, что у тебя было. Секс с твоей мамой, ой. На лице. Киньте хота на самогон. Да, кинь хота на меня, Лолана. Чекаю. Кидай. Так. Буйный рост, дай мне буйный рост. Все, все готовы. Танки, поехали. Принжи, уберите, пожалуйста. Это обязательно. Так, самогон. Я тебе скажу сейчас, кого кусать. Метку для тебя поставлю. Я после взлетки дать. Бля, чё, я тупой, что ли? Чё ты говоришь? После взлетки тебе дать или нет? Я скажу когда. Ну если чё, сторожили кидай. О, на втором месте. Пишу Деймос. Поражается после того, как ты мне уже дал хуй знает когда, блядь. Карапак будет 2 секунды, 1 секунда. Лавенар, подойди за укусом. Вот как босс поднимется наверх, кинешь голубики, это свой инер. Кайби босс. Люблю этого босса, просто стоишь, ничего не делаешь. Так. Потом можете кусать Кёрза и либо Балонара, либо Алессандру.
Как он может сделать ЦЛК? Мажем, сейчас спак будет. Спак, там сдвигайтесь. А, дайте, а хотя прожмешь бабу. Блять, нахуй я прожал. Кидай этот код, кидай инерс голубить. Прошу, пожалуйста, возьмите. Начинаем представление. Так, подвис. Гер. КД. Или чё, а КД на Геру. Так, с пактом бежим. Сейчас я подбегу. Милик тоже. А, он не там. Блядь, что ты там делаешь? Голуби пика, на тебе это не молодец. Антихам тени. Сейчас еще один пак будет. Ты заебал, блин. Ну, кто там? Тирение Лолана. Убивать. Совы, залейте, сейчас будет этому столбу ману залейте, и голубики можете ману залить. Фу, ебать, я урод, 27 тысяч. Нормально. На мейн щит роллим. На оф можно? На Вальку идем, сейчас Вальку будем хилить. А и квест дать не забудьте пока. То вы сейчас забудете свой квест дать. Потом будем вас сидеть и ждать. О, кого-то. А, мне показалось. Мне уже показалось, что самогон на щит упал, я еще не охуел. Покоритель, вроде. Дойду на 2 минуты. Здесь я ППР упал нахуй. За ебаного щита на успех. Еб твою. Да, не он должен успекать в танк. Ладно, хотя бы щит нормальный будет, это у меня, блядь, щит с этого стоял. Как он нахуй. Короче, чмошный. Челех, можно врезку рога дать. Сколько у тебя ПР? 30. Идите. У меня 48. Это человек еще 2 хилов. Да, я помню, сторожила. А я одну печень. Какое? С обычки. Одну. Только. Чем могу быть полезен? Выманите их сюда, и мы вам поможем. Бейте, милики, бейте. Левого только бейте. Бля, в нафиг вы за спину становитесь, заливайте этих мобов. Потом эту звезду, ой, кружочек потом заливайте. Звездой точно кружочек идите заливайте, милики. Идите кружочек заливайте. На полу там давайте. И танков хилите. Заливайте кружочек.
Зайди на шамана похилить, Валь. Ну, можешь похилить, если хочешь. Мне пофиг на КД, если что. Тогда зайдешь похилишь. А то у меня здесь пека нету на шаман. Я его удалил. Дернион по одному будешь вытягивать, а Поклонский вместе с Деймозом пойдете станете. На пол там на Поклонского давайте ханты. Точнее хант. РДшник тоже сразу, пожалуйста, не врывайтесь. Тяни их по одному. Все, бейте. Могу Синдру тоже остаться похилить, если нам. Он на живой есть. Так круче. Пати, давай. Сейчас. Это ладно. Ты соло захилишь рейд? Не, не доверяю. Пусть он с войдом хилит. Ну хорошо. Сказал, блин, он плохо хилит. Я не скажу то, что он человек плохой, но хилит хуёво. Он научился. Ну. Что за хилит? Так, ладно. И еще, у кого есть хил аспект, рисуйте. Тогда ладно, с кем-нибудь поставим. У меня метку сразу ебанешь. Я тебе крыши ассиста дам, будешь сам на себя кидать. Третий раз. Джесс, пекнешь с хила. Киньте самогонову в первую пати. И маги МК тоже там. Элисанда кидаешь конфетки, старожила кидаешь столбу, Баланар кидаешь голубики. Все. После того, как будут выходить из квартала, будете обновлять им МК. Видите, как капитана, куда вы полетели? Да вы тем более с ним полетели, вы че? Эмоции. Давай распекайся рейтри с жестом этого хила. Лалана и Войт, вы оставите этого на рейд. Все. Так. Поставьте еще шкаф. Давайте только у головы встречаться, никак поможет. Мне Дернион, спекайся назад в этого, в АДК. Все, конфетка здесь, бафы есть, все есть. Давай чекну баф на готовность. В часовой стрелке встречаемся в центре, бичесы. Все, готовы, поехали. Дайте отъесться, подождите. Стоп, стоп, стоп. Дайте рейтери отъесть, вы слышали, она есть хочет. Давайте ману, ебаный стык. Кот, залей. Рыбу ставить есть? Нужна рыба, да? Она что? Вроде у всех она есть, да. Бля, дего, вы гоните это Валькира, блядь. Все, гоу, Валька болит, хуй ее знает, как ее, блядь, роком, баком, сексом. Че, кого, блядь? Да, че вы стоите, блядь, меня аж это напрягает, пиздец.
трясёт, да? Бейте, бейте. Магом, пожалуйста, кас сбивайте. Здесь залейте конфетки мангом, блядь. Справа мага тоже убейте, там сейчас скоро кастовать начнёт. Пол сзади, там портал дохуя, пацаны. Это мой. Это мой. Я первая стала, иди. Я, короче, залезу, мне похуй. Слышь, съебал быстро, блядь. Иди нахуй. Боже, вы даже порталы не можете поделить, с ума сойти. Уйдите, маленький, это мой, это мой. Уступил девочка. Кстати, может еще хан сюда может залетать. Вообще девушкам надо уступать. Да мне похуй. Может еще хан сюда залетать, аспект включать, короче, мы будем быстрее летать. Смогон, ты такой противный, ёбер. Че? Зато я не подлизываю всяким шкурам врага, блять, которые тебе все равно не дадут нам. Жизненно, да? Кузык там взорвался, наверное, пиздец, блядь. Если у тебя с этим проблемы, то, наверное, да, жизненно. По часовой стрелке, куда вы полетели, блядь? Ой, то есть что там не центр? Ну так на будущее. Ой, блядь. Ну, это... бля, нихуй знает. Я сначала в центр полетел, и потом мы с друидом полетели в край, ну не знаю. Это кот, подними кисульку. Че она отдыхает? Ну, устала, наверное, не знаю, что отдыхает. Бля, ебать, у кого сердце. Давайте подавите. Мне кажется, козырь взорвался, пиздец. Коко еще там стаков будет сырать. Скажите его адрес, может его скоро начнется вызывать. Хуй тебя рта сорвался. Ой, блядь. Давайте, идите в центр, полетели сюда. Большого я сейчас давайте. Блядь, ну я сейчас проебу с портала, заебись, спасибо, пацаны. Это туголы все те... Да, может идти. Сломал стаки, блять, из-за того, что кто-то впереди летел. Молодцы, нахуй. Там уже у других стаков. 4, 13 стаков. И чё там, с ума посходили? Да я тебе говорю, там они летают, как летают. Сложно. Можете собирать стаки, ё-моё. Летите за конфеткой. Подавите или сливайте слева. Короче, пизду, я буду так же, нахуй, просто, блядь, вот сразу полечу к порталу и пошли себе нахуй. У одного 4, у другого 16. Давайте, собирайте стаки. Тут еще мешало вот так вот с первого портала в одной точке летать? Лепет, спой гимн потом на ману, сейчас вот спой даже. То есть все равно какой-то долбоёб там спереди летает. Петь? Да, пой, у меня маны просто нету. Может, ты в черной воронке стоишь? Так, еще в один... Хотя... Я еще не поел, не пил. Не, давайте еще один портал, и потом герб давайте. Конечно, еще один портал, блять, у меня 7 стаков, нахуй. Не-не, давайте два. Уже... Так, не захилят. Какой? Они захилят и так. Еще один портал, и потом все, герб давайте, захилят. Пол сейчас потом выйдете, и давайте герб. Давай два за это. И они за один захилят. Давай с тобой сделаем ставку, что они вот все, давайте Веру. Делаешь ставку, давай. Ер дайте. Все, сейчас дух, смотри, не захочет. Может дать на валику. Да, заебись, кстати, кидает МК, нахуй, ни одного МК так по мне не кидает. Кидайте эти гимны на ХП. А он уже все захилен. На изи. Че за хуйня, блядь? Почему мы вышли, она уже захилена, блядь? Потому что другие стаки не потеряли, он голубика 22 стака. Молодец. Пусть мана проверяйте. Ой, у всех залагало? Да. Блять, это хуйня стоит. Нет. Давайте не спускайтесь. Кольцо. Ну, хороший лут. Че там упало? Уходите. Че, мне остаться Синдру похилить или заходить на самого крутого вара в этом рейде? Не, а хотя...
В общем, сам свой дом решайте, кто из вас будет хилить. Останься похилить. Хорошо, хорошо. Давайте будет ШП. Че, вы будете ролить это кольцо на мейн или нет? Че ролите? Варим вообще-то бис. Хор, тебе там по-любому бис, давай. Ты с чем вообще ходишь? Ладно. Иди сюда. Вы на ов кидаете? Два дрейда. Вниз спускайтесь только. Кто спекался в хило, спекайтесь назад, ДД. 4 хила вам хватит. Хорошо, кто головой, спускайся только вниз. А, давайте, давайте, давайте. Хорошо, Поклонский. Только ты перед тем, как зайти, сначала спроси, а мы убили Держак? И мы тебе ответим да или нет. Так что сразу не заходи. Ты мало ли зайдешь, блин. И нам придется заново убивать. Нет. Кто там еще у нас?